ЦСКА Баскет. Это прегейм-шоу. Меня зовут Макс Зисю. Прямо сейчас я вам представлю форварда ЦСКА, человека с самым серьезным лицом. Это Андрей Лопатин. Друзья, давайте ему поаплодируем с той стороны экрана. Андрюх, спасибо тебе огромное, что ты пришел. Просто вот я люблю танцевать, и, например, в тренажерном зале или где-то музыку хорошую слушаю и начинаю танцевать. То, что ты на дискотеке не ходишь, но при всем при этом ты любишь танцевать. Как это? Ну, тут же все свои. Родная команда, родной клуб. Друзья, между прочим, к нам сейчас вот так вот незаметно, за какие-то считанные секунды, наверное, это и нормально для любого спортсмена, ну, по крайней мере, он так говорит сам о себе, присоединился Никита Загдай, баскетбольный эксперт. У нас сегодня в гостях Наби, певица, которая будет открывать сегодняшний баскетбольный вечер. А сейчас можно что-то продемонстрировать? Сейчас маленький фрагмент, хотя бы пропеть. Я думаю, yes, of course. Прошу вас. I like it loud and I like it raw. Hey, pretty, what you waiting for? Run wild like animals. Overload. I wanna feel those speakers blow. Run wild like animals. Руководитель группы поддержки баскетбольного ЦСКА Анна Буркина. Как она себя еще называет? Диджей Булка, да? Булка. Булка. Почему диджей Булка? Ну, потому что Булка моя кличка, поэтому я Булка. Я умею петь, танцевать. Серьезно? Ставить танцы, да. Ну, в принципе, вся в тебя. Если не секрет, что за люди появились сейчас справа и с левой стороны? Неожиданно. Ну, это наши красотки, девчонки. Без них матч не проходит никогда. Это правда, друзья. Это группа поддержки баскетбольного клуба ЦСКА. Фактически все. Вот они, они и красотки. Вот так вот они. А покажите, как вы мешаете, когда соперник бросает штрафные. Самый главный герой любого матча ЦСКА. Заходи сюда. Это просто конь. Наконец-то вы можете увидеть этого человека. Это животное одновременно. Символ красно-синей команды. Мы стараемся репетировать по мере необходимости. Аня привлекает меня периодически к этим мероприятиям. Щадит, конечно, так как, ну, конь же все-таки. Конечно, без тебя никуда петь. Спасибо. Это Лев и это Артем. Ребята, которые купили, наверное, самые дорогие билеты, которые я видел за последнее время на сегодняшнюю игру. Но сделали они это не просто так. Это была благотворительная акция, которая была проведена совместно с Семеном Антоновым. Билеты нам подарили наши друзья на мой день рождения. Поучаствовали они в этом аукционе совсем недавно. Так. И мы очень рады такой возможности. Они участвуют во многих благотворительных проектах. И это стало одним из этих проектов. Красно-синий, самый сильный. Верим в команду. ЦСКА всегда будет первым. Поехали! Гоу!